А мне иногда с похмелья прям хочется какую-нибудь, знаешь, гадость есть. Вот этот чебурек или сосиску в тесте. Да. А еще вот этот беляш. Такой жирный, промасленный весь. Вот прям хочется. Не знаю, почему так. Может, потому что ты мудак? Однозначно. Всем привет, с вами шоу МГО без ГМО. Маленькое гастрономическое открытие. Здесь я рассказываю про одно блюдо в одном конкретном месте. И ничего лишнего. Потому что все хватить невозможно. И сегодня у нас очень вкусная чебуречная на метро «Динамо». И сегодня наша цель – чебуреки. Это место я знаю хорошо, потому что по счастливой случайности у меня тут место работы не так далеко. Я тут перепробовал уже много чебуреков, благо ассортимент богатый, и с сыром, с говядиной, с бараниной, и с сыром, кстати, очень вкусный, с грибами и картошкой, просто с картошкой. Все чебуреки хорошие. Главное достоинство – это тесто. Тесто здесь отлично, настолько хорошее, что можно не бояться и за самсу, и за кутабы, и за пельмени, и за что угодно. Не ограничивать чебуреками, но сегодня нас интересует только один. Смотри, тут идентификация по форме. Нет, очень красиво это не получилось. Может быть, чебурек уродлив по своей натуре, он не может быть красивым. Попробую, как это водится, по-человечески-то, руками. Как один из показателей, чебуречный сок. Эти условные чебуреки. Его достаточно, они сочные, и они не протекают. И в отличие от самой плохой чебуречной, а мы вот прямо здесь сейчас покажем вам фотку, потом вставлю. Самая плохая чебуречная, которая я когда-либо был, это на даже не привокзальную, о нет, даже близко. Место, где чебуреки стоят рублей по 100, кажется, но там маленький шматок мяса, укатившийся куда-то вглубь масляного адового монстра около метро Парк Культур, по-моему. А здесь? Здесь замечательно. И дешево. 65 рублей недалеко от центра. Заходите, попробуйте. Вот что еще важное, тут ни разу не травился. Ни одного. Это потрясающе. Чебуречный индекс спокойности желудка в пределах нормы. Я еще рекомендую. Однозначно.